В Усть-Каменогорске прошел благотворительный бал «СГКоктем». За вечер удалось собрать около 30 миллионов тенге. В мероприятии участие принимали меценаты области, руководители крупных предприятий, общественники, активисты и неравнодушные граждане. Главная цель – помогать нуждающимся и продолжать творить добрые дела. В Усть-Каменогорске весну встретили роскошным благотворительным балом, который организован общественным объединением и традиционно проводится уже несколько лет. Первоначальной целью была поддержка только женщин-предпринимателей, однако спустя время бал стал общественным мероприятием и активно занимается благотворительностью, оказывая поддержку людям, которым необходима помощь. Сегодняшнее мероприятие посвящено 1 марта, Дню Благодарности. И с наступлением весны мы уже 6-й год проводим благотворительные мероприятия. В прошлом году к нам приезжал театр Айгуль Иманбаевой, АИ, и посвятил спектакль «Сад». В этом году мы проводим бал. Таким образом, мы продвигаем благотворительность, чтобы больше людей стали творить добрые дела для населения. За вечер удалось собрать внушительную сумму – около 30 миллионов тенге, которая будет направлена на поддержку детей с диагнозом аутизм, воспитывающихся в Центре адаптивного спорта, а также спортсменам паралимпийской команды по настольному теннису в рамках проекта «Тен-Тенемен» и социального благотворительного проекта «Жархан Болашак». Мы здесь собрали всех наших спонсоров, всех меценатов. Сегодня здесь будет прекрасный концерт. Сегодня приехали гости, исполнители республиканские, местные наши. Будет аукцион, там у нас ярмарка. И все средства, которые будут собраны на сегодняшнем благотворительном бале, поступят на наш счет для того, чтобы наш центр дальше развивался. И также будут оплачены годовые абонементы 10 детям. Помимо собранных средств от предприятий и индивидуальных предпринимателей, на благотворительном вечере был проведен аукцион, где выставили на продажу предметы казахстанских знаменитостей. Среди них бомбер всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, футболка с автографом спортсмена Шавката Рахмонова и кроссовки олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Яна Мумлева, Досжан Мухаммедкали, Гильнур Нурайханов, Алтай Ахпарат.